Всем приветики. Мы едем на Минск. 4 часа утра. Видео мы снимаем, знаете, где в туалете. Потому что в автобусе очень темно, на улице темно. А детские хотят, сами понимаете, пись-пись. Снимаем видео в туалете. Идем к нашему автобусу. Что это, Ангелуша? А, идет дошло, видишь? Он товаросня идет такая. Куда моя девочка едет? Дочка, куда ты едешь? Минск, выступать. Мама, там вышка. Да, там вышка. Я что, там еще полавтобуса писит? Писит полавтобуса. София. Где София? София, привет. София, привет. Спит. Да? Спим? Все, мы готовы. Это нормально? Скользкие дома стали. Молодец. София. Move it, 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 move it
и танцевальной студии «Фридом». Дома. Глубокая ночь. Снимать себя не будем, потому что все полностью уставшие. Сами понимаете, ночь не спали, ночь ехали, день выступали и опять ночь. Мы дома. Мы все-таки это сделали. Мы же заняли второе место. Жалко, конечно, что не первое. Но ничего страшного. Все-таки выступать, сколько получается, с 8 утра до 6 вечера и занять второе место, это все-таки круто. Все, всем пока-пока.